Новости на Дону. 19:45 на часах в студии радио ФМ на Дону. У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. Какой приговор вынесли в отношении студентов, разрывших могилу на городском кладбище в Новочеркасске? Почему ростовская компания «Глория Джинс» меняет штаб-квартиру? Когда в Ростове запустят городскую электричку? И как футбольный клуб «Ростов» сыграет со столичными армейцами по прогнозам бывшего нападающего сборной Советского Союза Сергея Андреева? Об этом и другом далее подробно. Ростовский областной суд изменил приговор трем студентам, которые выкопали тело на городском кладбище. Вместо условных сроков двое из них получили реальные. По 3 года в колонии проведут Задвинский и Бурлаков. Овчарову приговорили к 2,5 годам условно, так как она на момент преступления была несовершеннолетней. Суд установил, что осенью прошлого года молодые люди выкопали на Новочеркасском кладбище захоронение женщины 1930 года рождения. Известно, что они собирались сделать пепельницу из черепа и гадальные руны из фалангов пальцев. Всех троих признали виновными в надругательстве над телом умершего и местом его захоронения. А в Неклиновском районе перед судом предстанут бывшие сотрудники полиции. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным Следственного комитета, в феврале прошлого года оперуполномоченный уголовного розыска, участковый и еще один сотрудник УВД вымогали 200 тысяч рублей у местного жителя. Требуя деньги, они угрожали мужчине оружием и привлечением к уголовной ответственности. Заплатив эту сумму, мужчина обратился в Донской главк, полицейских уволили и взяли под стражу. Расследование в их отношении завершили, а суд определит меру их вины. Главный офис компании по пошиву бюджетной одежды «Глория Джинс» переедет из Ростова в Москву. По мнению владельца бизнеса Владимира Мельникова, Ростов исчерпал свои ресурсы. Теперь здесь будет находиться один из аффилированных офисов. Он будет заниматься развитием собственного производства и развития продукта, который мы делаем. У нас будут очень большие вложения технологические в производство в том районе, который мы называем Донбасс, потому что мы «Глорию» стали строить, когда еще не было 2 стран — Украины и России. А сейчас еще у нас, плюс ко всему, это 2 враждующие страны. Но так или иначе, мы развивать будем в Луганской области и в Ростовской области наш бизнес. И дальше еще, наверное, на Украине. По словам Владимира Мельникова, налоги с продаж будут поступать в бюджет Ростовской области. Сейчас на местных предприятиях «Глория Джинс» работают 6 тысяч человек. Есть возможность увеличить их количество до 10 тысяч, уверен Мельников. «Глория Джинс» – российская компания, которая специализируется на производстве одежды и обуви для детей и молодежи. Она появилась в Ростове в 1988 году. В 2013 компания насчитывала 600 магазинов в России и Украине. Сегодня одежда под маркой «Глория Джинс» продают в том числе и за границей. Однако 90% продаж происходит все-таки в России. На игровой карте «Монополии» появится Ростов. Крупнейший мировой производитель настольных игр объявил о выходе новой версии легендарной игры под названием «Монополия Россия». На игровом поле появится 20 российских городов, в том числе и Донская столица. Что еще нового появится в популярной игре, пока держат в секрете. Его раскроют в августе, собственно, когда и начнутся продажи игры. Новым министром экономического развития Ростовской области стал Максим Попушенко. На этом посту бывший глава управления Финконтроля сменил Александра Левченко. Последний занимал должность министра 3 года, а 4 марта написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает пресс-служба областного правительства. Что касается Максима Попушенко, то он родился в Ростове. В 1998 году он окончил строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях». В Ростове стартует проект «Городская электричка». Утренние и вечерние маршруты электропоездов «Таганрог-Ростов» и «Староминская-Ростов» продлили. Теперь они будут ходить не до пригородного вокзала, а до станции Кизитеринка. Это район Александровки. Такое решение приняли донские власти и представители Северокавказской железной дороги. Таким образом, у жителей Военведа, Стройгородка, Болгарстроя и Александровки появится возможность избежать автомобильных пробок. Проект «Городская электричка» экспериментальный. Он будет действовать 3 месяца. Если горожане будут пользоваться альтернативным транспортом, его оставят и будут развивать дальше. Электрички начнут курсировать по удлиненному маршруту с 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ростовских слонов накормят блинами. Сотрудники местного зоопарка решили устроить праздник для самых крупных своих обитателей. К завершению масленичной недели 12 марта в 13 часов в зоопарке состоятся очередные показательные кормления. На этот раз они приурочены к масленице. Животных угостят особыми блинами с их любимыми начинками. Почему масленица пришла именно в слоновник, корреспондентам радио ФМ на Дону объяснила пресс-секретарь зоопарка Валерия Латанова. В качестве блинов мы будем делать такие мучные блины из муки и воды. Это будет что-то похожее, она, знаете, как вот лаваш армянский делают, такой тонкий. Слоны, это, в принципе, всех обитателей зоопарка самые большие любители мучного. Вот, мы точно знаем, что они это съедят красиво, что они будут эти кушать эти блины, мы там в них положим какие-то фрукты, овощи, в общем. Поэтому мы в них уверены, в наших слонах, мы уверены в тех людях, которые ухаживают за слонами, потому что слоны, это, наверное, единственные зоопарковских животных, которые отчасти дрессированные. Потому что мы животных в зоопарке, естественно, не дрессируем, то есть они все здесь живут так, как они живут, максимально приближаем условия их существования к естественным. Но слонов дрессировать мы вынуждены, то есть делать для них ветеринарный тренинг, это называется. Слоны – самые опасные обитатели зверинца, поэтому в России они живут только в трех зоопарках. По словам Валерии Латановой, в ростовском слоноводе сотрудники уверены, он один из самых опытных. Напомню, в зоопарке Донской столицы живут три слона – самец Юма, самка Синта и их дочь Ситара. Бывший нападающий ростовского СКА и сборной Советского Союза Сергей Андреев уверен, что футболисты Ростова займут второе место в чемпионате России. Накануне матча ростовчан с московским ЦСКА Андреев заявил, что фаворитами завтрашней игры, без сомнения, являются дончане. У футболистов Ростова большой отрыв от «Зенита» и Краснодара. Андреев считает, что ростовчане сыграют в ничью со столичными армейцами и будут правы. Люди прекрасно понимают, что нельзя ввязываться в открытую игру. Как говорится, курочка клюет по зернышку, цитирует знаменитого футболиста газета «Спортэкспресс». Что касается чемпионства, то здесь, по мнению Андреева, у Ростова мало шансов. Напомню, матч между Ростовом и ЦСКА в рамках 20-го тура чемпионата России состоится 12 марта на стадионе «Олимп-2» в Донской столице. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Наталья Тарасова, служба информации радио ФМ на Дону. И о погоде. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове ночью плюс 4, завтра небольшой дождь и 9 градусов. В Шахтах ночью плюс 2, завтра пасмурно, 7 градусов выше 0. В Сальске ночью дождь, плюс 5, до завтра осадки не прекратятся. В субботу здесь 8 градусов выше 0. И о маленькой погоде. В хуторе Благодатно-Егоровский, что в Неклиновском районе Ростовской области, весь день будет облачно, ночью и утром плюс 5, днем 8 градусов выше 0, вечером 7 градусов тепла.